Сегодня победители вернулись домой. Кайсар выполнил поставленную задачу. Вернул через долгих 20 лет Кубок страны в Кызылорду. Болельщики встретили команду с заслуженными почестями. Торжества продолжились автопарадом. В связи с небольшим перерывом в первенстве страны ряд игроков разъехались по своим странам. В Кызылорду прибыли сегодня лишь несколько членов команды. Но это не умолило радость встречи. Прибывшие за всю команду приняли на себя любовь и благодарность своих болельщиков. Для победителей был организован почетный кортеж от аэропорта по всем центральным улицам. Сначала спасибо. Мы принесли этот кубок для наш город, для нашей болельщики. За все жители Кизелорской области, я думаю, мы достойны этого кубка. Все хорошо, что хорошо закончилось. Спасибо всем игрокам, всем болельщикам, что верили до нас до конца, как мы верили, и мы на концу выиграли. А мы знали, да не будет простая игра, простой игры нету, потому что только в финалу это одна игра, и там все можно случиться. У нас было путь к финалу очень трудно.